Свердловское отделение Союза художников России, отмечающее свое 90-летие, входит и секция церковного искусства. Она тесно связана с оформлением православных храмов. Все формы церковной культуры с начала возникновения имеют символический характер, поэтому требуют знания сакральных смыслов, которые раскрываются только в процессе длительного погружения в суть религии. Русь обрела христианство в византийском варианте, на который наложила особенности своего мировосприятия. Важно, что по прошествии 2000 лет христианские традиции не прерываются, а по-прежнему отвечают на самые важные смысложизненные вопросы, задают камертоны ценностей. Иконописные образы должны напоминать о первообразе, вспыхивающем в сознании молящегося. Они – мост между человеком и божественным миром, священный предмет, который должен передать живописными материальными средствами нематериальное, духовное, бесплотное. Важнейшая часть экспозиции – иконописные работы сестер Александра Невского Новотихвинского женского монастыря. Иконы современных авторов написаны с соблюдением всех правил иконописания. Это плоскостность и деформированность фигур, устойчивость композиционных решений, цветовая символика, особенности технологии создания. Но это их не ограничивает, а наоборот позволяет более глубоко выразить личное отношение художника через особую проникновенность письма, пластическую выразительность, тонкую колористическую нюансировку. Thank you.